Когда рабочие заметили странный звук из бревна, который они убирали после стихии, они решили не рисковать и отправить его в центр дикой природы. Там, после рентгеновского обследования, выяснилось, что внутри этого обломка старого дерева находятся птенцы-совенки. Срочно началась операция по их спасению, и благодаря усилиям ветеринаров, пернатые сиротки были извлечены из дерева и помещены в приемные гнезда. Главный ветеринар центра объяснила, что первые два месяца своей жизни птенцы получают пищу от своей мамы, поэтому для их выживания в дикой природе важно было подобрать им приемную семью. Директор центра говорит, что такой случай с бревном был для них необычным, однако именно благодаря быстрой реакции и профессионализму ветеринаров им удалось спасти жизни этих маленьких птенцов сотрудники центра нашли для них заботливых приемных мам, которые приняли их с большой любовью. Теперь у этих пернатых сироток есть надежда на блестящее будущее в дикой природе. Эта история напоминает нам о важности заботы о нашей окружающей среде и о том, что наша жизнь связана с жизнью других живых организмов. Благодарим сотрудников Центра Дикой Природы за их труд и старания в спасении этих маленьких жизней, и надеемся, что такие истории вдохновят всех нас заботиться о нашей планете и ее обитателях.